Теперь есть наушники тепловские. Они, наверное, крутые. Я думаю. Слышал, типа, вот тут. Я хочу его крови. Ребят, я серьезно, это вообще. Еще столько дверей, блядь, запилили. Типа, испытай свою волю на нашем полигоне. Как долго ты сможешь протянуть? Я вот вообще не понимал, где он сверху или на моей плоскости. Вообще не понимал. Причем я идеально понимаю позиционирование на плоскости. Вот именно на одной плоскости идеально позиционирование понимаю. Что он левее, правее, где сидит, я могу префайром выходить стрелять. Но, блин. Только речь заходит о осях, типа, координат, типа, выше, ниже плоскость, вот тут вообще невозможно. А при том, что у меня звуковуха есть, как бы. Как он не вовремя вышел не на того человека. Интересно, кто-то еще остался здесь живых на этом полигоне? Опа, видел.
Слушайте, он... Этот чувак... Он... Настолько на яйцах просто. Он в себя получил 3 шота и продолжал пикать. Хотя ему в броню-то получается 1 раз попал. Ты куда ему попадал? В броня на 1 шот? Все остальное целое. Чего? Странно. Ну что я такой... Куда я попадал-то вообще? Так, ну все, если кто-то где-то есть, то конкретно одного человечка искать нет смысла. Надо идти куда-нибудь вот сюда, встречать людей с темпла, наверное. Восьмерочка есть. Начального спота хорошо. Хороший задел. Вы здесь, конечно, море. У него 3-й шлем, поэтому... Поэтому Скара в него стрелять я не буду. То есть я стреляю в Скара, меняю оружие, теряю секунду. Он за это время уже убежит. Что я его просто рублю на верочку и все. Будь он во второй каске.
Не знаю, как мне нужна клавиатура. Мне, короче, нужна клавиатура, чтобы на ней не было лампочки от капслока. Потому что это жесть. Она меня прям завлекает собой. Гипнолампочка. Мне кажется, я должен сделать трек об этом. Научиться читать рэп и сделать трек о лампочке, которая меня все время отвлекает. Заклей за ленты. Да это не то. Это не решит проблемы. Я просто буду смотреть на изоленту, видеть, как сквозь изоленту пробивается слабый-слабый, еле-еле видный огонек. Ну, я не знаю, где-то отсюда выстрелили. Блин, ну это далеко, я его не найду. Нет, вообще прям далеко хлопает. Я не посмотрю на капслок. Я не посмотрю на капслок. Я держу себя в руках. Я не посмотрю на тебя. Я сильнее тебя. Я сильнее тебя, капслок. Оп, нашел одного. Собственно, кого я ждал, я того нашел. Может быть, не его, неважно. Сзади постреляли, я ждал, пока в круг кто-то зайдет. Кто-то зашел. Меня получил. Все, до свидания. Теперь я могу сам в круг зайти. Это было недалеко. Ну и не близко, конечно же. Люди могут сидеть. Слушайте, он прям там стрекочет, моих потенциальных жертв убивает. А, так у них там в зданиях файты, ёлки-палки. Мне что-то неохота сейчас в здание заходить. Ну, то есть, он сидит... Бля. Держи меня. Дай мне свежесть. Я тебя видел, дружочек. Он. Так лучше.
Зона гонит меня просто, батюшки. Ну это хорошо. Хотя бы недолгие катки. Хотя бы, ну, кайфово поиграть, побегать. Не надо сидеть, ждать, пока там кто-то выйдет с какой-то норы. Не-не, всех сразу сгоняет побыстрее в центр круга. Там 24 минуты, что ли, в катка укладывается. Там 25 минут. Капа. Утром за завтраком просматривая твои катки на YouTube плюс сток настроению. Удачных топов тебе. Спасибо огромное. Спасибо большое. Я отвечу после каточки, ладно? Я отвечу после каточки. Бля, я туда не хочу идти. Вот этот вот развал, я не хочу через него проходить. Вот вообще не хочу. Так, два чувака там, я здесь. Еще где-то трое. Вот здесь может сидеть. Чекнуть. М24 у него. Ладно, давайте будем профессионалами и не будем вот этой ерундой заниматься, типа сейчас брать М24 в финале. Что во время его подбора нам нас еще кто-нибудь на шары убил. Так, там дома закроются? Я боюсь, что с домов там пойдут, и надо будет их обязательно обрезать. Если он перебегать будет? Нет, нет, нет. Ты на этой, что ли, стороне? Вы серьезно?
Блин, испугался, что этот блик, это чувак. Ну там в здании чувак есть, значит 100%. Блэд. Так, сейчас надо именно. Угу. Е! Жестко! Это было жестко! Вот как бы. Ну, бля. Интересная карта после тех двух, что у нас уже есть, но, черт побери, надо вот этот звук дверей убрать. Звук двери отвратительный. Все остальное, катка происходит намного быстрее и как-то разнообразит первые две карты. Фух.